Водитель, игнорируя требования об остановке, минуя сотрудников ГАИ, жмет на педаль газа и пытается скрыться. Экипаж принимает решение о преследовании. Погоня в поселке Тепличный за отечественным автомобилем занимает чуть больше 10 минут. В ходе непродолжительной погони водитель и его автомобиль были задержаны. За рулем находился мужчина 1998 года рождения, у которого имелись признаки опьянения. В присутствии понятых и с помощью алкотестера «Юпитер» ему было предложено пройти освидетельствование, результат которой подтвердил наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе. Кроме того, по базам данных установлено, что водитель ранее был привлечен за езду на автомобиле в нетрезвом состоянии. В соответствии с действующим законодательством в отношении водителя были составлены административные материалы. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело об управлении автомобилем в состоянии опьянения. Эллада Абжалимова, Андрей Багаев. Дежурная часть, Саратов.